рудниками на 7% снизился объем сдаваемого жилья. Тенденция прослеживается также в Приволжье и в стране. В Перми представили нового руководителя пермской налоговой. Ведомство возглавило выходец из Татарстана. Депутаты расширили перечень домов, фасады которых отремонтируют к 300-летию Перми. Решение приняли на пленарке Думы. Новости на РБК Пермь. Я Ростомбагизов. Здравствуйте. В Прикамье за 10 месяцев года сдали на 7% меньше жилья, чем за такой же период прошлого года. Об этом мы отчитались в Пермстате. С января по октябрь на территории Прикамья сдано в эксплуатацию 617 тысяч квадратных метров жилья, почти 9 тысяч квартир. Тем временем месяцем ранее, по итогам 3 кварталов года, объемы ввода жилья в Прикамье, наоборот, демонстрировали рост, плюс 5,5%. Ну а в России, в Приволжском федеральном округе, тенденция падения объемов роста жилья стала заметно раньше, чем в Перми. Например, по итогам 9 месяцев этого года снижение объемов по отношению к прошлому составило около 2%. Это по стране. В Приволжье снижение на 1,5%. При этом во многих регионах нашего округа объемы ввода жилья росли. Например, в Удмуртии плюс 12%, в Кировской области аж 18%. Следователи в Часовом изучают последствия пожара, который унес жизни 6 человек. Они возбудили дело по статье 109 о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам. Ночью 20 ноября в частном доме на улице Новостроящейся в Часовом произошел пожар. Ну и, как сообщается на сайте регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в час ночи. Оно было локализовано спустя 1,5 часа. В результате погибли 3 женщины, 2 мужчин и 1 малолетний ребенок. Сейчас на месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник, следователь. Вскоре будут назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела под личный контроль взял руководитель следственного управления. В Перми представили нового руководителя пермской налоговой. Ведомство возглавила Чулпан Гасамова. Ее представил прибывший из Нижнего Новгорода начальник межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжью. Чулпан Гасамова выходец из Татарстана. Она занимала там должность заместителя руководителя ФНС по республике. Глава региона отметил в свою очередь, что Пермский край активно развивается с точки зрения регионального налогообложения. Внедряется система обложения от кадастровой стоимости недвижимости. Ну и кроме того, краевые власти отмечают необходимость постоянного введения новых налоговых режимов. Капитально обновить фасады домов в центре Перми продолжит работу над проектом муниципально-частного партнерства. Фонтаны на эспланаде, восстановить деревья, которые придется ликвидировать при расширении дороги к новому Часовскому мосту. Ноябрьская пленарка Пермской гордумы была посвящена в первую очередь вопросам подготовки к Перми к грядущему 300-летию. Продолжит Евгения Караксина. Единогласно за преображение центра Перми. Депутаты Гордумы приняли решение продлить выделение субсидий на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов. Цель – преобразить центр к будущему юбилею Перми. Если в проекте этого решения всего в начале попало 50 домов, то сегодня в этот список попало уже 58 домов. Это дома по улице, по Комсомольскому проспекту, по Пушкина, по Куйбышева, Героев Хасана, несколько домов в микрорайоне по улице Краснова. Так визуально изменится практически весь Комсомольский проспект, часть домов по Петропавловской и Луначарского. На эти плановые цели выделено 310 миллионов рублей. Первые дома начнут преображаться с мая следующего года. Среди других благоустроительных вопросов депутаты обсудили предложение внести изменения в правила землепользования и застройки, в частности, связанные с организацией подъездов к новому Часовскому мосту. То, что мы рассматриваем вопрос о расширении дороги, это, конечно, правильно, потому что пропускная способность увеличивается. Вместе с тем на повестке дня стоит вопрос о компенсации посадок, которые будут ликвидированы при расширении дороги. Об этом указала в своем заключении природоохранная прокуратура. Ноябрьская пленарка отметилась и вопросами приобретения социальных объектов. Депутаты одобрили выкуп в муниципальную собственность детского сада на Чернышевского 17В и нового физкультурно-спортивного комплекса на Транспортной 7. Пока это все новости. Оставайтесь на РБК. В доступе всегда телефон редакции, также наша электронная почта. До встречи в эфире.